Так много было сказано о шашках и даже говорили о, значит, антагонизме. Но я вот пришел 10 лет, чуть-чуть уже больше назад, как будто только вчера. Пришел я на должность завуча. Надо сказать, что с армейской закалкой, по всей видимости, меня кто-то боялся, Виталик. Один из тех, кто меня не боялся и у кого я с удовольствием присутствовал на занятиях, это был Михаил Кац. Он, наверное, подтвердил. На одном занятии я видел у него 5 плачущих учеников и был в восторге от того, что они плачут. Я сказал, что остается только заплакать и тренеру. Значит, но это все, так сказать, благодаря именно таланту этого человека, да, но, значит, все-таки я хотел бы обратить на его, так сказать, земные истоки происхождения, что я тоже думал, что он Иисус Христос, но все-таки есть у него и недостатки. Ну, недостаток он как-то сам назвал, что после нашего знакомства он взял на себя повышенные в то время социалистические обязательства, где-то скрепил их даже своей подписью, что через год он уже превзойдет меня как учителя, значит, в шахматах, да. Ну, а я его в то время считал уже самым лучшим своим учеником и думаю, ну, слава Богу, может быть, удастся сделать и имя. Но вот до сих пор он остался, так сказать, при своих словах. Это говорит о том, что он все-таки не Христос, а Михаил Кац, Миша Кац. Ну, я предлагаю, значит, тост за просто человека Мишу Кац. Михаила Кац. Я одно слово уложиться, когда говорю о Мише Кац. Вот тут собралось много разных замечательных людей. Но всех нас объединяет одно. И гроссмейстеров, и мастеров, и с рейтингом, и примкнувших к ним без рейтинга. Всех объединяет одно. Это большая любовь к Михаилу Кацу. Вот за это объединяющее чувство я буду краток. За то, что этот человек соединил в себе редкостные, замечательные человеческие качества. Потому что, как мы знаем, как правило, человек, чем выше поднимается, тем мельче перед ним люди остальные. Но вот этого не произошло с Мишей Кацом. И вот за эти человеческие качества, замечательные человека, хочу поднять. Миша, это мой давний друг. Спасибо. Ну, тогда 6-го года. Саша, дидрофу снимать. Понимаешь, мне сказали правильно. Вот когда был назван адрес, как у вас оступство, сколько у вас? 24. 24. 14. 14. 14. Когда выросла эта школа с учениками, переселилась из периферии нашего города в центр, вдруг наш епархий Беларуси решил рядом построить себе аудиенцию. Ну, чтобы, ну, и куда люди ходят, извините, ходят шашки, нормально. И чтобы рядом к нему заходили, ездил, чтобы к нему зашел. Он построил себе епархию.